Ты Томми? Томас Анджело. Детектив Норман. Вы один? По своей воле сюда никто не пришел бы, разве что санитарный инспектор. Что вам принести? А, чашку кофе и все. Хочешь глотнуть? Нет, спасибо. Как хочешь. Итак, по телефону ты сказал, что есть предложение ко мне. Все так. Учти, если тебе надо подмазать копа, то ты не по адресу. Мне не нужны никакие партнеры. Хорошо. Я на мели. Даже на кофе не хватает. Но у меня кое-что есть. Рассказывай. Вы давно в городе? 3 года. Я начинал в Empire Bay. И вам поручили дело Морелла в первый же день. Ну, так в газетах пишут. А тебе-то что? Скверно. Ведь это дело явно не из простых. И что, ты можешь мне помочь? Да. Я кое-что знаю. И что же ты хочешь взамен? Неприкосновенность? Или, может быть, деньги? Ничего. Мне нужно защитить родных. А, семья. Это всегда слабое место. И кто же это? Больная мать или жена с кучей детишек? Жена и дочка. Я так понял, тебе больше не к кому обратиться. Иначе бы меня тут не было. Печально. Отец всегда говорил мне, что без друзей в этом мире не прожить. Да. Но в моем мире все наоборот. Я не удивлен. Слушай, пока я ничего не могу обещать. Сперва я хочу узнать, что у тебя есть, так что, может, расскажешь? Или будешь тянуть время, пока за тобой не придут? Думаете, я в бегах? О, да я это знаю, Томми. Боже, взгляни на себя. Вид паршивый, не спишь ночами. И так часто озираешься, что скоро шею себе свернешь. Сдается мне, на хвосте у тебя очень серьезные ребята, и они не отстанут, пока не отправят тебя на дно реки. Выйдешь отсюда без меня и пары шагов не сделаешь. Мы оба это знаем. Но если ты останешься и все мне расскажешь, быть может, проживешь еще достаточно, чтобы отвезти дочку под венец. Пожалуй, я заплачу за твой кофе. Эх, знал бы, куда все это приведет. Никогда не знаешь, что ждет за поворотом. Но ведь ты не родился с револьвером в руках. Нет. Я был таксистом еще в 30-м. Я работал ночами, так больше платили. И вот под конец одной из смен я повстречал Полли и Сэма. Здесь такси стоит! Повезло! Двигай! Давай! Чё, куда? Неважно. Живо!